всем зрителям огромнейший привет! Я кричу, потому что здесь очень много машин. Знаете, я поняла одну вещь. Есть такие штуки в жизни, которые просто нужно принять. Ничего с этим не делать, а просто принять. И я принимаю то, что весь август мне придется провести с моими детьми, потому что без моего ведома, оказывается, Жужука закончил контракт в детском саду у Леночки. Она идет завтра туда последний день, и потом уже в сентябре она уже идет в школу вместе с Тео. И сегодня, видите, у меня вот портфель сзади. Я приготовила там рис, кабачки, кстати, с моего огорода. И мы идем искать местечко, где бы могли покушать, потому что, ну, Ленка же вообще не ест. А когда что-то новенькое, то вроде как она там может поесть. А ты не будешь пить, что ли, Лен? Попей немножко. Жарища такая, надо пить водичку все время. Моя ж моя. Я ей говорю, пойдем, шери. Она мне говорит, я тебе не шери, я Элена Франсуаз. Смотрите, как у нее волосики выросли. Вот какие волосики у нас длинные. А заплетаться все равно не хотим. Ух ты. Ай! Он аж прибежал, блин, как нас увидел. Ну сейчас, подожди, мы. О, еще один бежит, смотрите. Ух ты! Здравствуйте, лошади! Ничего, если мы тут покушаем рядышком с вами? Ничего? Так, мы нашли какую-то клеенку, это будет наш стол. Вот сюда, давай, вот сюда. Здравствуйте, господа лошади. Я вас просто обожаю, господа лошади. Вы, наверное, кушать хотите, да, господа лошади? Окей, окей, сейчас я с вами поделюсь. У меня есть помидоры, у меня есть рис. Не подходит вам это? У меня тогда есть... Ой, еще один, смотрите, бежит, смотрите. Вон, 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 маленький, вон. Это ваш ребенок, господа лошади, да? Короче, девочки, мальчики, мы будем есть прямо возле лошадей. Смотрите, вот они, лошади здесь. Это мы такое место себе придумали. Мы взяли с собой музыку. И еще, вот помните, я вам показывала вот эти вот фиговинки, да? Очень клевая штука, потому что сюда помещается много чего. Я приготовила сегодня у нас без мяса. Такой обед. Это кабачки. С моего сада кабачки, смотрите. И рис я сделала тоже с томатным соусом и немного базилика. И помидорки каждому. И много воды. Смотрите на тарелку, ты, он все слопал. Ты тоже ешь, дочь. Вкусно было? Да, Ваня? Что сказать надо? Спасибо. Большое. Boss, I'm on the mic. I try to give you what you like. Так, у меня есть один час, пока спит Леночка, поэтому я решила его потратить на... Знаете, что я буду делать? Я получила новые семена, и я сейчас их быстренько... Что это за шум постоянно? Люди добрые, прекратите. Я хочу из горшков все вот это повыбрасывать, потому что... На самом деле, что случилось с моими огурцами, вот этими всякими сухими помидорами? Дело в том, что я ростки оттуда вытащила, те, которые были самые сильные, самые красивые, и посадила их с другой стороны дома. И сегодня я даже собрала урожай, видели, да, кабачков? И там еще очень много помидоров всяких, и вот таких, и вот таких, и вот таких, и вот таких. Каких угодно. Все остальное я просто оставила в горшках, как бы сгнить. Я хотела вот там вот сделать яму, как бы туда покидать, но потом передумала. И, в общем, сейчас я все это сухое оттуда вытащу и закидаю туда всякие зернышки, которые я получила. Но это будет только трава. Всякий там базилик, тмин, в общем, вот такую вот себе люберду. Пока она спит, быстренько займусь садоводством. Не светись на это наш урожай, Стео. Мы картошки накопали. Он прям вот был в это. Вот здесь был. Чего? Ой, точно. Это картошки-вишенки. Вот так. Мы сегодня их приготовим даже. И, кстати, знаете что? Они вообще просто от балды выросли. Никто эту картошку не сажал. Просто я вниз сложила кое-какие там очистки от овощей. И там были очистки от
от этого картофеля. И в результате он у нас пророс. И даже когда я забросила просто эти горшки, все равно картофель продолжал расти. Поэтому это еще раз подтверждает то, что с голоду умереть в этой жизни просто невозможно. Потому что даже в сухой земле вот такие вот эти благородства урожайные вырастают. Леночке там много всяких подарков пришло к дню рождения, вот она тут собирает. И она уже выспалась, и тут лохматая бегает, да? А папа наш пошел с бассейнистом разбираться с бассейном, потому что бассейн, у нас 3 дня ветер, короче, был сильный, и бассейн, видите, он мутноватый такой стал, прям мутненький такой, вот, прям, ну, непрозрачненький. И они пошли там где-то вдвоем, вот там в подвале они где-то разборки ведут. Главное, чтобы живые вышли оттуда. А я закончила, вот, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 горшочков сегодня засадила, остальные уже засажу, когда семена другие придут. Так, ладно, новая фраза для вас на французском языке. La deuxième partie. Это значит вторая часть. Вторую часть дня мы решили провести на вот таких вот велосипедах и самокатах. И мы сейчас пойдем, вы же помните, что мы по средам ходим поддерживать местных фермеров. Tu sais pas rouler? Tu veux qu'on le laisse à la maison? Oui? Tu veux prendre le vélo? Théo, attends-nous, elle va prendre vélo. Короче, она поменяла мнение, она хочет велосипед взять. В общем, вторую часть дня мы решили провести возле конторы, которая выдает овощи и фрукты. И там есть такой парк специальный, скейт-парк, типа он называется. Ну, они там на велосипедах пока покатаются, а потом папа приедет, нас заберет. А я должна тебя толкать, да? Этот погнал сразу. А она лентяйка, ты лентяйка, дочка. Ну вот же смотри, линии есть, кружочек такой. Надо на велосипед садиться и на нем ехать. Смотри, как ты его сейчас попробует. Самое главное, не прекращай рулить педали. Рули, рули, рули. Давай, али. А вы мах припахты. Лена, бужу. Преска, ты так и ты рули. Ты прекратил рулить, поэтому у тебя не получается. Не прекращай рулить. Здесь прикольные горки, потому что, ну, горки для велосипедов и для самокатов. Видите, можно прямо оттуда вот так спускаться. Вон там вообще крутые такие, и там еще парочка есть. Алле, 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 алле. Все, ля, уй, я лежен. Алле, кох, 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 кох. Кейплевит, алле, алле, алле. Алле, 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 алле. Да, быстрее, 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 а то мама сейчас тебя выиграет. Я побежала быстрее. Алле, 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 алле. А, за ручку. Ну давай, побежали вместе. Давай, заканчивает. Ленка Фрино выигрывает. А вы? Как будто его год не видели, блин. Папа приехал, как будто год не видели его. Папа, папа. 20 минут назад его видели. Ленка со своей сумкой. Леночка идет за овощами, да? Да, дочь? Вот. Когда у нас будет свой дом, мы купим саженцы и посадим много персиков и абрикосов. А сейчас пока мы... Ой, ну на русском-то это персик. А сейчас мы пока их покупаем за 3 евро. Маленький баркетик с 4 штучками. Tu peux le mettre quelque part à l'extérieur, il faut trouver une place et tu mets tous les aiguilles, on peut le brûler. Так, здесь, конечно, у меня на кухне целая куча людей, и все эти люди, они имеют право здесь находиться, они здесь и живут. И папа наш делает вот эту картошечку, которую вы мне уже спрашиваете про этот рецепт. Смотрите, как он ее нарезает, смотрите. Так, нужно что-нибудь подставить, подожди, как же мне снять-то? Нужно что-нибудь подставить вот так вот, да? Вот. И, в общем, когда, ну, чтобы резать, видите, получается, чтобы дно было не прорезано. И потом это все в духовку. Что там, прованские травы, лизерб, соса и дюселем. А, виль д'олив. Короче, оливковое масло, прованские травы и соль. И все. И в духовку на минут 40 где-то. Такой красивый у меня сегодня муж.
А я, знаете, что делаю? А вот что, смотрите, у меня в пароварочке вот такая вот фасолька стручковая делается, это которую мы взяли у фермеров, биофасолька. Это мне картошка, я и вечером не ем. Я, конечно, глубоко извиняюсь, но что у вас там происходит? И где дети, которых я нарожала? Вот. Ты чем топишь? А вы хватит ля фей? Что ты лимон дывой? Добавляй кикшус? Ой. А, он взял иголки вот с этих, нападали, короче, иголки с этих деревьев, он их взял там и сжег. Типа вкусно будет пахнуть. Так, прекратите жаловаться друг на друга. Где? Так с другой стороны покажи. Потому что она сделала, смотрите, какой. Вот. Вот, вот такие ей подарила опять бабушка, ей всякие детальки туда, не на магнитиках. Смотрите, какая замечательная штука. Вон она какая. Это кто, Леночка? Это кто? Тео. А это кто? Элена. А это Тео, а это Елена. А это кто? Абей. Абей, а на русском? Мушка. Вот такую картиночку сделала. Молодец какая. Нюаш, облачко. А это птичка, скажи. Скажи, птичка. Кушать хочешь? Кушать хочешь? Хочешь кушать? Ну, пойдем. Пойдем кушать фасольку зеленую. Мама сделала.